Сейчас мы разобьем. Сейчас. Деревья! Он полетел. Левее, шире, левее! Мы сейчас, блядь, как пешком будем идти до зоны. Только на вертолете со скоростью. Сейчас на деревья посадит. Нормально. Он найдет в пустыне дерево, да? Ты лучше сажай, я не болтай. Я, сука, завещание написал. На 80. Двигаем. Примерно рядом с зоной. Так, куда идем, давайте? 80. По-моему, Эйви перезашел. Я, короче, схожу, труп проверю, смотрю, догоню вас. Ну, мост тут еще зашел. А горка с камнем, она между этих, между ущелья или она где-то в другом месте? Бадзай. Давай 20, пока 20, пока 20, по гребню идем. Так, все, я сориентировался, значит у нас на 80. Ущелье будет посередине. Снайперы на 20 идут на другую склон. А мы идем по правую сторону. У нас будет хребет. Смотрим вниз. И наверх. И направо, и налево, и вперед. Но вниз я не рекомендовал бы спускаться. Да это наша северная группа, мы выходим на северный берег. Вообще можем, в принципе, здесь засесть где-то, вот выход из ущелья, сидеть и ждать. Вот там, брат, вот там. По ущелью. Прям по ущелью? Да, видел башню. А, отлично. Башню ты видел? Голову. Значит, закапываемся здесь, смотрим ущелье. А что произошло, такая слабость? А чтоб не лагало. Видишь, не лагает. Ранние лучше туманчи. Чё, 60 FPS, чё, мало? 38. 46. Какой у меня 38? Какие же вы милые люди. Фу ты, блин, напугал меня, Павел. Бонсай, там за камнями, да, вдалеке? Ну да, на прилет. Вылез ты передо мной, я чуть не обоссался. Ага. Да кто меня услышит? По ущелью идти, да? Вот я не понимаю, вот именно по ущелью, да, в сторону? Как идти? По гребню идешь немножко вперед, камни видишь, закапываешься в камнях, смотришь вниз ущелье, там должны талибы идти. Да, идет, вроде стингер тай. Вот ты, сука. А мы уже улетели. Келвин, там снайпер бежит. А натравите на них наш вертолет. А кто с СУДшкой у нас? Я. Ты прям туда бежишь, где башню видел. Голову. Которая голова. Ко мне? Ну там наш снайпер. Хорошо. А куда там-то? Он понял, куда ты бежишь там? Там это там. Он туда прибежал прям. Там это там. Он прям туда. Да там. Да, может, там, наш чувак с РПУ бахнет по
Я. Вы мне на водочку-то давайте, это же... На водочку? На водочку нужно. На водочку. На водочку сколько? 100 рублей, наверное. Давай 50 скидываемся, парни. Снайпер, подожди хоть нас, вообще за тобой не успеваю. Масленок, блин. У нас задача какая, я чуть не почитал. Вот друг вдоль себя учили. А если кто-то один скажет? Убить всех. Так, как там дела у башни? А никак. Снайпер, наш снайпер полез на север. И спугнул ее. Печаль. Он не залез. Где вы чувака со стингером видели? Да не со стингером, это я снайпера только. Ой. О, вижу, вижу, вижу. По гребню, по гребню. По гребню, по северу. По южному гребню, да. А, с южным? Да, да, да. Юго-восточный гребень. Где там много-много камней, там вот такие огромные камни лежат. А кто там? Минус 60. Минуса считай. У нас враг, враг. На север. На север? Откуда? Ты пробежал уже, все. Нихуя себе. По зоне, по низине или по вершине? Паш, вижу талиба. Снялся на 50. 50 смотрит, ага. Внизу. В елочках свои там бегают или нет? В елочках не могу. Там стинг, там стинг. Вообще ничего не вижу. Вон трассер. Вот бежит, бежит, а, бежит большой камень, пар. Большим камнем. Между кручей большим камнем. Двигаться, двигаться, сейчас следующий гребень. Вижу. Или это не свой? Когда в самой низинке тоже тут ходит. В самой низинке, да. Черт, я думаю, они все вместе будут, они рассосались. А смотри в низинке за камушком. Так, ну в низинку я пошел, я до них. Воу. Блять, ну там я пошел, он, сука, чуть не убил. Бонзай. Да? Ты нашел там этого товарища? Да, я нашел, я ПКшник убил. А, заебись. То есть пока все? Да, он в тебя прицелился, когда я так бежал. Охренеть ли? Слева от тебя был. Тингер в камнях, вижу. Прячется. А вдруг он доложил уже... ПП-шу по нему. А у них раз на... А, стреляет, стреляет. ПП-шу по нему. В низинке за камнем. ПП-шу по нему, да, тингер. Подальше, ПП-шу, закиньте за камнем. А он вроде лежит, лежит со стингером. Не-не, там... По камушкам стреляет. Чуть ближе, ПП-шу. Как он меня увидел. Почему я себе морфин не могу вколоть? Паш, ты... Руки ему засунул. Перемедовал. Ах, я не успел на него. Не могу. Добил его. Нас все добил. Молодец. Я стрелял, добил вниз. Паш, ты далеко убил? Вроде дёргал. Да я там же, на этом месте. Чуть-чуть вправее отошел. Хотя в калиме могу. Ты там еще бонзай работаешь? Нет. Калаш свой. Это сейчас наш работает, наш. Я-я. Это я. Ну ладно, пошел. У кого GPS есть? Пример поставь, где мы находишься. 87-й год, GPS. Карты не у всех нет. Бля, вообще красава, спасибо. Еще рация есть у каждого, это вообще просто топ. Мужик, спецвойска. Они отступили, я так понял. Так либо толпили за камушки, попадут. Нахрен, все нет.
северному склону вниз кто сбегает? Наш? Шульман. До следующих камней ухожу. Снайпер. Очень надеюсь на тебя, Ильяш. РПО под крипте где-то. Какой-то беспорядочный был. Беспорядочный пиздец. Да. Пулеметчик рядом. А, так вы все-таки по гребню этому работаете, да? Она сейчас стреляет. Стреляет вниз. Жив? Да похоже ранен или нет. Короче, на 80 враг уже. Вот сейчас кто-то бежит там по... к лежачему. Это я. Понял, аккуратно. Там такая очередь хорошая пролетела. Так, кто спустился сейчас со снайперкой? Yes. Понял. Снайпер, тебя бы наверху быть, а не тут в низине, тут стреляют. Не отзывается на вопросы свой, не свой. У него походу КМ, я думаю, что это враг. Со стингером ты убили? Похоже, нет. Он там внизу, да, лежал где-то? Да, с камнями вроде вот этот. Никопых полезла. А потом все, затишье. По-моему, угу. Снайпер наш полежал. Да, вроде добил. Кто в низине был, я убил. Знаете, мы как идиоты здесь сидим, а нас могут сейчас поверху, по южному, с немножко. Я смотрю, вы так редком сидите втроем, так. Я поднимусь наверх, на юг. К камням. У меня такое чувство, что нас обходят. Место на 150 наверху в камнях видел движение, только что один человек. Вот куда вы поднимаетесь, от вас левее градусов на 20. Понял. Шурман, жив еще? Живой, что тут слушай, базай, давай-ка возвращайся. Тебя уже плохо слышно. Куда возвращайся? Я на старт бегу. Ну да нахуй. Мали. Ничего себе, блин. Ты на респу их не убежишь? Нет, где мы стартовали? А что там потерял-то хоть? А вдруг прибегут сюда? А, чё ты даёшь? Так, Паш, Паш, беги, беги, беги! Убил? Нет, отступил. Подождите, это мы сейчас по кому? А ты ночь?
Да. На юге тело было. Перезаряжаюсь. Я его подавил. Хорошо, так, сейчас обойду. Тут прям у меня убило. На востоке, прям от вас вообще близко, слышали вы все? Да. Вот одного приложил, еще на юге. Сверху расплан. Сейчас, скорее всего, нет. Гранаты я кидал. Захожу к нему. Не знаю, живой или нет. Пока никого нет. Со спины где-то бьют. Да. Это кто-то краб был? Нет, кочегар. Понятно. Я его хоть ранил, нет? Угу. Да, ранил. Да. Ну хотя бы так. Теперь он без рук вроде бы. С руками. А как он так быстро? Он убежал оттуда сразу, что? Хитрый какой. Вниз я обошел тебя. Я думал, он там сидит в камнях, кидаю. А кто со стингером, краб? Уже нет никого. А никого нет со стингером? Да. Понятно. А кто, Корвус, кем он сидит? А, совы. Надо было немножко ниже прицел брать, то я от бедра начал стрелять. А когда он в камнях был, я его ранил, нет? Или нет. Не попал, ну? Показал, значит. Краб отомстил за меня. Один друг сотый. Ну что, мне кажется, сотый или мне что-то кажется? Кого? У этого. Чигара. Какая оптика? А, да. ПСО с меня снял. Да. ГГ, ВП, как говорится. И чё, он так его не видит, что ли? Да он не знает, не видел. Сейчас опять так же поймается, как я. А, нет, нет, поймал. Что за фигурка? Есть. Ну вот, мы потихоньку убиваем. Да я тоже одного нашего пришел. Большое достижение. Все, ну вот. Фига себе. Тупо перебили всех. Вертолетчик больше всего килов. Афганцы были сильнее.